Давайте. Так, ну вы как-нибудь вот так вот ровно. Хорошо? Строй так. Пока встрой. Освещать начну. Андрей Александрович, на один команду. Команда, на один, давай. Братья казаки, Нагим, смирно! И своему отечеству. Это самое главное. И к почитанию, конечно, старшего. Всегда было у казаков именно и проходила красная линия. Почитание старшего. Если этого почитания не было, значит, все дело разваливалось. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вот сегодня, сегодняшнее событие, освещение этого мероприятия, освещение этих бюстов наших генералов, казачьих генералов, которые являются для нас огромным и большим примером победы, прежде всего, победы духа. Потому, кого они победили прежде всего? Самое главное, самого себя, свою леность, свое нежелание, свои какие-то дурные привычки. Они и казаки в себя всегда побеждали прежде всего себя самого. И тогда они становились сильными духовно, крепкими духовными. И побеждали уже врага внешнего. Вот всегда в чем была в чем сила казачья и сила нашего русского воинства. Вот сейчас мы с вами вместе помолимся, чтобы мы приходили к этим памятникам, бюстам наших генералов, вспоминали, приводили своих детей, внуков и говорили: вот наши деды и прадеды, вот наши отцы, вот у кого нам надо учиться. Христос воскресе! Христос воскресе! На ныне присно и во веки веков! Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ! Изучим о грабеже его даровал! Христос воскресе из мертвых! Смертью смерть поправ! Несущего гробе живо даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущего гробе живо даровал. Воскресение Христа, обидевшее поклониться святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся Христе, и все Твое воскресенье Твое поем и славе. Ты мой Бог наш, разве Тебе иного не знает, имя Твое именуем, примите все верни, поклонимся святому Христову воскресенью, всему приди крестом радостному миру, всегда благословящий Господа, Твое воскресенье Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разруши. Воскресенье Христово видевшего, хранимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся в Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим, Ты боится Бог наш, разве Тебе любимуем, придите все верни, поклонимся святому Христу воскресенью, всему приди Христом рады всему миру, всегда благословящий Господа, Твое воскресенье Его, распятие Его приходит, имя Твое именуем, придите все верни,
поклонимся святому Христову воскресению, всему приди Христов радость всему миру, всегда благословящий Господа, ой, воскресенье Его, растет Его. Смертью смерть поправ, Иисусчему гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ, Иисусчему гробе живот даровал, Господи помилуй. Еще молимся за всю братью и за всех христиан. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море далече, и милостив, милостив, буди, Владыко, гресек наших и помилуйны, милостив, Бог и человеколюбец, Бог и си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Господи Вседержителю, Боже Отец наших, в Троице святиславимой поклоняемой, Его же ни ум постигнуть и может, ни слова сказать и возмогает, Его же никто же от человек нигде же видит, доче якуже от святых Писаний научихомся, сице верим, и сице Тебе Бога Отца безначального, Сына Твоего единосущного и Духа Твоего сопрестольного. Исповедую, Создатель и Содетель человеческого рода, Датель благодати духовной, Подателю вечного спасения, Сам Господи, посред Духа Твоего Святаго, с Вышним благословением на изваяние сия бюсты казачьих славных генералов, якода вооруженной силы небесного заступления, хотящими употреблять и помощные будут к телесному и душевному заступлению и спасению и помощи о Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Освящает, благословляется, освящается бюсты сия, окропление воды сия священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается бюсты сия, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается бюсты сия, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается бюсты сия, окропление воды сия священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровал. Христос воскресе! Смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровал. Христос воскресе! Смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровал. Христос воскресе из Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровал. Премудрость!
Пресвятая Богородица, спаси нас! Честнейшие херовимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова, росшая, сущая Богородица, тебя величаем! Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преосвященнейший Владыко, благослови! Воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благ, и человека любит. Исполай тебе, Господа! Благоденственное, мирное житие и здравие. Мир и здравие и всем православным, и всем казачьим атаманам, и всем казакам, и всем присутствующим, и сохрани, Господи, на многое благое лето. Многое лето, многое лето, стена памяти. У нас несколько лет назад к юбилею, к 70-летию победы Великой Отечественной войны, мы установили аллею георгиевских кавалеров. Это все наши герои, которые защищали нашу малую родину, наш казачий край Урюпинский, защищали нашу великую родину Россию. Поэтому хвалить мы себя не будем. Это наша святая обязанность, это дань уважения нашим предкам, которые всегда защищали Родину. И я думаю, они должны гордиться нами. И я уверен, что наша подрастающая молодежь и все здесь находящиеся в любой момент встанут на защиту нашей великой России. С наступающим праздником, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Хотя казаки всегда защищали и воевали, и отстаивали интересы нашей Родины. Но они в первую очередь были хорошие отцы, хорошие мужья и хорошие хозяева. С наступающим праздником! Спасибо. Братья-казаки, вот сегодня состоялось такое событие, открытие бюстов нашим знаменитым атаманам, генералам. Среди них есть Краснов, ему особое поклонение. Этот человек перенес правление станицы, правление Хоперского округа из станицы Алексеевской в Урюпинск. Скорее всего, и станицы Урюпинской бы не было, если бы не этот человек. Вот, поэтому началом вот такого события, я думаю, мы положим дальнейшее открытие, ну, уже скульптурных композиций и сделаем нашу станицу образцом для всего казачьего края. Вас, казаки, разрешите поздравить с праздником Великой Победы. Простите, пожалуйста, Тараску делегацию. Как удобно, не давай всего.